Знаете, что получится, если скрестить воедино мотоцикл, автомобиль и кабину легкого самолета? Ребята из компании Piraeus, что находится в Швейцарии, знают. Они воплотили эту идею в металле под названием Monotracer. Давайте поближе познакомимся с этой капсулой на двух колесах. Первые серийные двухколесные капсулы были произведены в 1984 году под названием OEMIL, OECO Mobile или Piraeus OEMIL с двигателем BMW R100. Для последующих экземпляров был предложен двигатель BMW K100. Дабы избежать путаницы в названиях и связи с экодвижением, Eco Mobile был переименован просто в Eco. Для реализации концепции закрытой кабины с обеих сторон установлены шарнирные опорные колеса.